Алло. Да. Здравствуйте, алло. Евгений Владимирович? Да. Здравствуйте, вы? Ага. Евгений Владимирович, говорят вам по поводу вашей задолженности. Я могу составлять 32 000 рублей с первого калибрского взрыва, она поступает. И теперь хотелось бы уточнить, по какой причине вы не производите оплату? У меня нет никакого долга. Как нет никакого долга? Документально все зафиксировано. Но я не видел. Что? Я не видел. Я не понимаю, что говорю. Что вы говорите? Я говорю, я не видел. И? Вы брали кредит наличные. Припоминаете? Ну? Элементарно доказать то, что вы брали кредит, потому что вы брали и оплачивали своевременно. И? Я скажу, с 8 по 13 год. Вот, соответственно, после чего, после 13 года, 1300 рублей не находились на просрочке, не платили. Сделано вам с банком все штрафы, уведомляли вас также. И чем вы сейчас вообще работаете? Ну, банку я ничего не должен, я узнал. Окей. Конечно, вы в банке узнавали, да, в банку вы не должны, потому что мы за вас погасили ваш кредит. Кредитор у вас минулся, Евгений Владимирович. Ну вот, я об этом и говорю. На основании 382 статьи мы являемся вашими кредиторами. Вы считаете, должны данные денежные средства нашей организации. В банке вот вам начисляли, правило, да, что организация фонда фиксированы 32 300 рублей. Соответственно, данную сумму нужно показать в течение 3 дней, максимум до 31 числа, я вам могу предоставить возможность. Так вы что, хотите все-таки добровольный еще вопрос или в принудительном порядке? Ну, давайте принудительным. Я еще раз говорю, я не знаю ни о каком долге. В банке я не должен. А вас я тоже ничего не знаю. Человек, вы вообще понимаете, что я вам хочу донести? Я говорю, мы за вас погасили вашу задолженность. Конечно же, вы банку уже не должны. То, что вы находитесь до сих пор в черном списке, это да. Потому что в БКИ размещается информация. Берет кредит, на который, понимаете? Документы. А если вы уже будете в черном списке, это неизбежно. Документы где? Более супруга, дети. Какие документы? Вам направляли в Тренникова, дом 11, документы. Я ничего не получал. Идите полностью регистрацию. В смысле? Вы там проживаете? Да? Да, да. Ну вот, вам были направлены документы неоднократно. Также на почту вам высылали документы. Я ничего не получил. Ну, конечно, вам сколько не высылал, вы постоянно будете говорить, что вы ничего не получали. Ну да. Это ваши проблемы, Евгений Владимирович. Но это не мои проблемы. Сумма увеличится, Евгений Владимирович, послушайте, пожалуйста. Сумма, во-первых, увеличится, более 32 000 рублей она будет. Вот после недели исполнительный сбор. Также все счета организации, которые мы на вас потрачены, да, за звонки и также за отправление документов. Соответственно, сумма в любом случае увеличится, где-то около 40 000 рублей будет. Вот, и, конечно же, после вынесения судебного решения у вас будет 50% выдерживаться вашей заработной платы. Либо на осмотрение суда также может предпринять такое решение, что опись имущества. Вот, по месту регистрации фактического проживания вашего. Но это сначала надо суд подать. Представляете, при ваших супруге, при ваших детях, при понятых соседях вызовут. Будут я еще раз говорю, это надо суд подать. Это надо суд подать. Ну так вы слушайте, разговор не писался, когда будет предоставлен. Так как вас суд почему вы сразу не предупреждаете, что... Извини, Владимир, потому что суд будет проходить в Москве. А? А не у вас на районе. Я говорю, суд будет проходить в Москве. Нет. Понимаете? Вам, во-первых, никто не оповестит. Да, но это будет судебное решение. В одностороннем порядке. Евгений Владимирович, вы проиграющая сторона. Это будет судебное решение. Я отменю его решение. И все, в течение 10 дней. Как это отмените? А вот я посмотрю на вас, подождите, я посмотрю на вас, когда будет оглашено судебное решение суда, и в течение 5-10 дней где-то вы мне всю сумму не, так сказать, не выплатите, а тогда уже будут уже... После получения решения на руки. Закон-то надо знать иногда. Окей. В смысле? В прямом смысле? Вам придется всю сумму показать. Придет судебное решение. Я пойду его отменю и все. Ну, конечно, запридет, и вашему работодателю исполнительному не придет.
Я пойду и отменю судебное решение. Вы что такие? Объясните, пожалуйста, на основании чего? На основании того, что я не согласен. Чем? Обжаловать? Да у вас иск будет отклонен. Вы не имеете права. Как это не имею права? Вас никто под улом пистолета не держал. Кредит вы сейчас на руки подписывали. Я имею право обсудить. Вы улыбались в камеру, когда вас снимали, значит, вы кредит брали. То есть, извините, Владимирович, не нужно вот сейчас просто уклоняться от разговора. Я не уклоняюсь. Понятно? Я вам говорю по существу, как оно будет. Уклоняйтесь. Я тоже вам говорю по существу. А потом вы подойдите в суд, и я приду в суд и скажу, а срок исковой давности-то истек уже. И что теперь, вот знаете, вот это глупо так рассуждать. Вы вот знаете, вот услышали, где но вы там все такие... исковая давность. Вы такие все там умные, куда бьется. Слушай, он не знает, где он, это про вас, да? Слушай, что вот эта исковая давность. А вы знаете, что именно-то? Вы знаете, что вы хоть почитайте для начала, как говорится. Да, ну вы-то почитайте. И что, теперь скажете, вы так вот брать и не возвращать, что ли? Исковая давность прошла, все, да? Да-да. Вот вы так думаете? Ну, конечно. Рассуждайте масштабные деньги, Владимирович. Если бы вы так заняли деньги, вы да, от кого требовали? У банка... Исковая давность прошла, вам бы денег вот не возвращали. У банка был да, да, поставьте срок на место банка. 3 года. Почему он в суд не подал? И что? И что? Ничего, все. Евгений Владимирович, в общем, информация у вас устаревшая. Я не знаю, кто там вас надоумил и по чьим словам вы, так сказать, действуете, но вы глубоко ошибаетесь, Евгений Владимирович. Я не звоню вам помочь, а все остальное зависит от вас. Если не хотите урегулировать данный вопрос. Хорошая помощь, да, очень. Что? Я говорю, помочь деньги отдать несуществующей организации. Я являюсь на должности, вы являетесь должником. Причем здесь это? Я не являюсь должником. Вы являетесь должником, Евгений Владимирович. Да не являюсь я должником. Еще раз говорю. Зачем вы являетесь? А кто вы? Я еще раз говорю, у меня нет долгов. Вы просто не плательщик, да, Евгений Владимирович? Хотя хорошо, давайте я вас так назову. Нет, у меня нет долгов, понимаете, в чем проблема? У вас есть ставка закрытый счет или что? Почему вы так отрезаете? Я не должен в банк. Я узнавал, звонил в банк. Я не должен в банк. Все. Я еще раз, вы вообще понимаете, или как оптимку горох вообще? А вы-то меня понимаете? Я вам объясняю, что в банку вы, естественно, не должны. Но... потому что за вас был погашен наша организация. Долг ваш был погашен нашей организации. Я еще раз говорю. Это переуступка, правда. Я не уведомлен. Откройте гражданский кодекс Российской Федерации. Вот откройте гражданский кодекс. Повторяю. И посмотрите, я не уведомлен. Значит, у меня не задолго. Уведомляли вас, Евгений Владимирович. Где? Да вы понимаете, что это вот элементарно доказать, что вам и письма приходили, и оповещения были. Да. И вам и неоднократно распечатка будет к себе предоставлена. Это не является, вы надлежащим уведомлением. Раз, сами себе усугубляете два ситуацию, Евгений Владимирович. А то, что у вас последствия будут глубее, конечно же. Вы вообще работаете, если вы мне так и не ответили? Да, работаю. Где вы работаете? На работе. Кем работаете? А вы кто такие, чтобы я вам рассказывал? Я где я работаю? Что я работаю? Прослушивайте, так вы будьте добры, значит, объясните, где кем работаете. Я не намерен этого делать, потому что я вас ничего не знаю. Кто вы такие? Супруга у вас работает? Вы с супругой в браке состоите? Да. У вас странно, да? Ну как супруга так отнесется? Мужа должнику, когда представители будут либо офис имущества производить, либо 50% будет заработной платы вашей удерживаться в течение, я да, говорю, непонятно это какого времени, в зависимости от судебного решения. Ну это в суд надо подать. А также ваша супруга по 45-й статье солидарная ответственность супругов, а также будет привлечена, значит, ага, но это доказать и за вас, Евгений Владимирович, будет размещена, во-первых, о всей вашей семье информация, вы в черных списках будете являться, право кредитования вам не предоставят, либо будет направлен вашему работодателю. Соответственно, я не думаю, что вы какой-то там квалифицированный специалист. Вот, я не думаю, что руководству такой сотрудник не нужен. А в дальнейшем но это вы все думаете? Евгений Владимирович, будет тяжело. Мне без разницы, что вы там думаете. Верите, нет? Ну, вам без разницы, хорошо, но вы хотя бы о детях вообще подумали бы своих? Да. Как они будут относиться? Да. Нормально. Они нормально к относятся? Вы их так же воспитываете, да, Евгений Владимирович? Да, так же. А сколько им лет? Они совершеннолетние? Они? Да. Да. Совершеннолетние, да? Ага. Замечательно. Евгений Владимирович, у вас есть. Вы работаете, супруга там в том числе, да? И вы просто умышленно возвращаете деньги, да?
Я еще раз повторяю, нет у меня никаких долгов. Вы что понять-то не можете? Я еще раз вам задаю вопрос. На основании чего вы так утверждаете? У вас есть справка о закрытии счета, что у вас есть еще раз говорю. А то, что вы говорите, что в банк вы пришли и вам сказали, что долга у вас нет. Банк так и вам скажет, я вам уже третий раз повторяю. Почему он вам так говорит, банк? Смысла идти и спрашивать 150 раз, должны вы банку или нет? Нет смысла. Как вам еще объяснить, донести эту информацию? Ой, как вам еще вы раз? Вы понимаете это? Как вам-то донести информацию? Вы понимаете, что кредитор у вас сменился. Вы должны эти деньги нашей организации. Я еще раз говорю, я не уведомлен. Он бы увеличивался. Я еще раз говорю, я не уведомлен. В смысле? В прямом смысле. Я вам еще раз отвечаю, что вам были письма направлены. Доказать все это, восстановить, это элементарно. У вас есть моя подпись, что я письма получал какие-то. Не вижу смысла далее с вами общаться. Вы нарывались на грубость, ожидайте последствий. Всего доброго, до свидания. Хорошо. До свидания. Вот честно, друзья, еле дослушал вот это вот вообще. Ну, вроде поначалу показалось, что голос такой вежливый, будет она, ну, что-то хотя бы пытаться вменяемое нести. Ой, ё-моё, я вот действительно, бывает так вот, что смотришь, господи, когда это закончится, но я же должен какие-то комментарии оставить. Ну, я тогда, как вот я люблю, в таком случае обращаюсь к вам, уважаемые господа коллекторы. Я знаю, еще раз знаю, повторяю то, что вы пасетесь на моем канале, на канале подобном моему. Ой, да, правильно сказал заемщик, как вот эта вот курица говорила, где-то там что-то, вы же некомпетентный человек, он компетентный, вот в рамках своей компетенции ему достаточно тех знаний, которые вам декламируют. Подайте прежде в суд. На каких основаниях вы будете подавать в суд? Я почти уверен, что не они выкупили долг, а если и они, я вас поздравляю, уважаемые господа коллекторы. Вы потратили деньги, теперь попробуйте их вернуть. Должно быть какое-то правопреемствование долга, понимаете, официальное, подтвержденное. Я всегда заявляю всем своим клиентам, как только вы получили уведомление о том, что ваш долг выкуплен каким-то третьим лицом, радуйтесь, практически дело на финише, вы ничего никому не должны. Если банк к вам более претензий не имеет, основной кредитор, то все. Там дальше, ну, совершенно понятная для юристов обстановка и алгоритм действий там уже просчитан вперед. То есть мы можем здесь констатировать, что человек никому ничего не должен. Если вдруг он получает уведомление от банка, что он никому не, что он банку более не должен, и долг выкупила какое-то ООО. Попробуйте взыскать с нашего клиента. Вот. Но здесь более, знаете, вот коллекторы, да, вот она звонит. И она, ну хотя бы вот элементарно, я вот это все слушал, думал, ну а куда платить? Вот я очень просил прям, знаете, и в мыслях думал, блин, ну спроси у нее, куда платить, на какие реквизиты платить банку? Вот она подтвердила, что человек в банк не должен, потому что типа они выплатили за него долг. Окей, хорошо, куда платить далее? И она тут, конечно, бы, ну, скажем так, замялась бы, мягко говоря. Потому что ей бы, ну, ничего не пришлось бы ответить, как сказать, что, ну, платите на счет в банк. Ну, в банк-то человек не должен. И она это признала. Она своим умом ущербным понимает, что ей бы пришлось сказать, что, ну, что-то пришлось бы сказать вот на вопрос, куда платить теперь? Вам платить? Так где уведомления? Куда? Продиктуйте на счет, типа, да? Но это тоже неверно. Продиктуйте мне номер счета. Это что за глупости, что человек больной, что ли? Какой-то там голос из трубки будет ему что-то диктовать, и он туда деньги понесет. Ну, одним словом, как я люблю говорить, бред бредовый, да? Ну, ладно. Здесь все понятно. Мне больше интересно увидеть, увидеть комментарии под этим роликом. Ставьте лайки, если понравилось. Автору огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, кто еще не успел этого сделать. Ну, в описании этого ролика все необходимые ресурсы для тех, кто хочет стать под юридическую защиту, кто хочет быть в курсе всего происходящего. На связи был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты компании «Алиам». До свидания.